а зараз будемо робити гарненьке оздоблення весняне. Ми зараз запрошуємо усіх жінок до телеекранів, а також чоловіків, які хочуть зробити невеличкий подаруночок для своїх коханих. До мене вже завітала у гості Тетянка Курочкіна. Вітаю тебе, Танюш. Здравствуйте. Что сегодня будем делать? Сегодня я вам покажу, как сделать очень нежный и актуальный браслет в этом сезоне. Что сейчас актуально в этом сезоне? Актуальны мятные цвета, нежное исполнение и натуральные камушки, как всегда мы используем. Вот, для этого нам понадобятся ленты, иголка с ниткой, желательно в тон лентов, которые мы выбираем, вот, и бусины, собственно говоря, наши. Отож, поки Танюша бере голочку з ниточкою, я нагадую, що ви можете зателефонувати до нашої студії за номерами, які побачите на своїх телеекранах, і виграти ось такий браслет, який ми зараз на ваших же очах і будемо робити. Наш номер 76-92-42, ми чекаємо на ваш дзвіночок. І так, ми починаємо з того, що накладаємо одну ленточку на другу. І будемо її прошивати? Так, да, нам потрібно її закріпити. Аккуратненько. Наскільки акуратно ми закріплюємо? Тому що не усіх ручки гарненько шиють. Посерединки, акуратненько. Где-то ориентировочно между двумя краями ленты. И мы повторяем. Угу. Возвращаемся и еще раз протягиваем нашу ниточку вперед. И начинаем нанизывать бусины. На самом деле очень простое исполнение, но очень эффектно получается. То есть сколько бусин нам необходимо? Мы измеряем количество бусин заранее по количеству по длине браслета, который нам необходим. И на одинаковом расстоянии, оставляя такие же промежутки, мы начинаем нанизывать наши бусины. Угу, зрозуміло. То есть такую же ширину на ленте, как и ширина бусин, нам необходимо еще оставить расстояние между ними. Угу, зрозуміло. Поки що все. Скільки взагалі йде часу на виготовлення такого браслета у тебе? Буквально 10-15 минут і наше украшення буде готове. Ніж, я бачу, що у нас навіть не залишається вигляду ниточок, таке враження, що наши бусинки просто прикреплены каким-то дивным чином до стрижки. Именно это нужно учитывать при подборе цвета ниток, то есть, который мы используем для нашего браслета. То есть, поскольку у нас светлые оттенки и белая подложка органза, мы используем белую ниточку. А насколько мы натягиваем нитку? Вот тут будет немножко такой сюрприз в конце, эффект, собственно говоря. Там, где нам необходимо будет... Чекают наши бусинки, да. Я тебе их притримаю. Затянуть нашу ниточку, и это, собственно говоря, будет придавать изюминку нашему браслету. И я покажу, какая же, собственно говоря, новинка в тренде использования браслетов этой весной будет. Які ще кольори цієї весни будуть актуальні? Які можна обрати кольори для наших дівчат? Сочетание фисташковых оттенков, то есть сочный зеленый и приятный шоколадный цвет. Вот, ванильный и лавандовый. Я уже рассказывала про него в предыдущих передачах наших. И очень актуальный кремовый и нежно-коралловый цвет. Угу, коралловий колір навіть сьогодні одягнула, ти також вже у весняному тренді. Взагалі, весна що диктує цього сезону для дівчат? Легкость и нежность. Вот недаром мы выбрали, то есть, нежный оттенок нашего браслета. То есть девушку хотят показать именно с ее утонченной нежной стороны. Какие материалы мы можем обрати для нашего браслета? Это может быть шелковая лента, это может быть атласная лента, это может быть лента из органзы. То есть это может быть несколько лент из органзы для уплотненного цвета. Вот. Это может быть применение одной ленты. То есть абсолютно разные материалы могут использоваться в данном случае. Я бачу, що у нас наш браслет, ми майже вже доводимо до кінця його виготовлення, і ми трошки збираємо у таку невеличку гармошечку. Да. Вот именно это непосредственно есть эффектом гармошечки. Бусины прячутся в нашу ленточку. Вот. И создается такой эффект кружева с применением бусин. Теперь мы вот так вот его разлаживаем. Вот. И затягиваем нашу ниточку. Ну, поки що виглядає все дуже просто, що навіть маленька дівчинка може зробити такий сюрприз для своєї мами, наприклад, на день 8 березня. Ми переворачуємо його, зав'язуємо, тобто нам необхідно закріпити хорошенько нашу ниточку. Вот. Закріпили. Уже в натягнутому стані. Вот. Повторяємо. Так як волокна ленты имеют пропускную систему, так скажем, нужно повторять несколько узликов. Отрезаем лишнее. Да. Мы отрезаем. И теперь нам нужно расправить наше
бусины. И вот так как мы используем две ленты, то есть нам нужно между ними завязать узелочек небольшой. Цикаво. То, что поможет закрепить нам окончательно наш результат. И нигде ничего не будет сататься. Да. Никакие бусины не нарушатся, то есть их расположение, так как мы их поместили, так они и останутся. Благодаря именно вот этим узелочкам. А как мы будем крепить цей браслет на ручце? Будет завязываться на нашу ленточку и делаться маленький бантик. До речи, ще й дуже мило. Як для юной принцессы, так и для вытонченной дамы. Да, все зависит на самом деле от того, какие вы цвета выберете. То есть, если вы выберете более темный, допустим, оттенок, в принципе, наш браслет готов. Отож, ми можемо показати його нашим телеглядачам, яка краса у нас вийшла. Я нагадую, що ви можете зателефонувати до нашого ефіру і отримати собі такий ось браслетик. Я дякую тобі, Танюша, за те, що ти сьогодні до нас завітала. Це вже традиція, ще п'ятниці. Танюша Курочкіна приходить до нас, розповідає, як зробити гарненький декор, або як оздобити себе. Ми робили вже і заколочки, і брошки, і зараз робимо браслет. Я бажаю тобі більшого натхнення. До 8 березня, я думаю, ми з тобою ще зустрінемося. Робимо ще багато гарненьких штук для дівчаток, та й, можливо, невеличкі подарунки, які чоловіки можуть зробити для своїх жінок. Звісно.